А это репортаж о моряках, для которых не было зимы. Все еще скованы льдом причалы, недвижны суда в Петрозаводском порту. А в управлении порта не прекращается напряженная работа. Отдаются команды, идут телеграммы. Вот уже третий год моряки Беломорско-Онежского пароходства ведут круглогодовую навигацию в незамерзающих морях. Карельские суда перевозят грузы на Балтике и Черном море, совершают международные рейсы, заходя в порты 16 стран мира. Сотни тысяч тонн груза будут перевезены в этом году дополнительно, благодаря удлинению эксплуатационного периода. После очередного рейса в черноморский порт Поти пришел из Констанцы карельский теплоход «Морской-3».